Ни одно поколение армянских студентов знает, что в Армении с 2009 года действует финансируемая Европейской комиссией стипендиальная программа «Erasmus Mundus». На сегодняшний день в нашей стране существует 18 проектов программы. 20 ноября гостями РАУ были представители европейских университетов, координаторов программы «Erasmus Mundus». The main objective of the Erasmus Mundus program is to promote European higher education, to help improve and enhance career prospects of students, and to promote intercultural understanding. The European Union has already shown its commitment to partnership with Armenia in the education sector by greatly increasing the funding of its main cooperation programs, TEMPUS and Erasmus Mundus, for the period 2011-2013. Важность программы отметил и проректор РАУ Паркхев Аветисян. Это может быть одна из основополагающих программ, которая цементирует процесс развития сегодняшнего европейского образовательного пространства, высшего образовательного пространства. Данное мероприятие имело цель непосредственного ознакомления студентов, аспирантов, преподавателей и представителей административного состава университета с условиями участия в данной программе. Координатор армянского офиса «Темпус» Лана Карлова представила основные аспекты деятельности «Erasmus Mundus», рассказала о истории наименования проекта в честь деятеля эпохи Ренессанса Эразма Роттердамского. Представители различных международных университетов, в свою очередь, рассказали уже собственно о самих проектах в рамках их университета. Стоит отметить, что всю информацию сегодня можно найти также и на официальном сайте проекта.